Друзья, многие из нас, кто избавился от пары лишних килограммов или от большого количества веса, знают, какая это тяжелая работа. Изнурительные тренировки, правильное питание, косметические процедуры и самодисциплина. Все это дается непросто, особенно если учесть, что мы имеем множество ежедневных дел, которые отнимают наше время и силы. Но взгляни на вдохновляющие фотографии этих людей, которые взяли себя в руки и привели свое тело в форму, несмотря на все отговорки. Конечно, истинная красота находится внутри, но когда внешний вид человека так же прекрасен, как и его внутренний мир, это чудесно. Years that will mark our kids with salty bitter tears.